ручной пылесос с мощностью всасывания, как у полноразмерного. Сегодня поговорим про ручной пылесос Dyson Cyclone V10 Animal. Для начала посмотрим на комплектацию. Пылесос, док-станция, универсальная насадка с прямым приводом, мини-электрощетка, комбинированная насадка, щелевая насадка, щетка с мягкой щетиной и инструкция. Корпус тонкий, весит меньше 3 кг. Наверху кнопки управления, ручка и контейнер для пыли, на 40% больше, чем в предыдущих моделях. Dyson легко трансформируется в портативный пылесос и обратно одним нажатием кнопки. Это удобно, если нужно быстро убрать рассыпавшийся рис или чай. Универсальная насадка с прямым приводом подойдет для уборки пола и ковров. Щетинки на ней легко захватывают и удерживают пыль и грязь. Мини-электрощетка подходит для уборки мебели и шерсти домашних животных. Комбинированная насадка одним нажатием трансформируется из насадки для уборки текстиля в насадку для твердых поверхностей. Она и щелевая насадка отлично подойдут для уборки труднодоступных мест, вентиляционных решеток, столешниц и прочего. Щетка с мягкой щетиной подойдет для лакированной мебели и стекла. Пылесос крепится на док-станцию. Она нужна одновременно для зарядки, хранения прибора, щелевой и комбинированной насадок, так что они всегда будут под рукой. Станцию легко прикрепить на стену в любой комнате. Она не займет много места даже с пылесосом. Объем пылесборника 760 мл. Этого достаточно для уборки квартиры. В нем используется усовершенствованная система очистки. Пыль и грязь выталкиваются из контейнера одним движением. Контактировать с мусором не придется. Уплотнитель и изолятор высокого давления делают конструкцию герметичной и не дает пыли, грязи и аллергенам попасть обратно в воздух. Двигатель с мощностью всасывания 151 аэроватт. Система фильтрации улавливает 99,97 частиц пыли, грязи и аллергенов в воздухе. При этом фильтры легко моются и не требуют замены. У пылесоса есть 3 режима работы, которые подойдут для уборки мелкого мусора с пола или въевшейся грязи с ковра. Пылесос способен работать от аккумулятора до 60 минут. Этого достаточно для полноценной уборки всего дома. Затем его нужно вернуть на док-станцию. Он полностью зарядится за 3 часа. Пылесос Dyson собирает мельчайшие частицы пыли, грязи и шерсти животных и не дает им попасть обратно в воздух. Благодаря мощному мотору прибор убирает самые разные поверхности так же эффективно, как и большие пылесосы. При этом Dyson практически не занимает места в квартире, стильно выглядит и отлично подходит для быстрой уборки. Устройство понравится аллергикам и семьям с детьми.